Здравствуйте, с вами снова Андрей, продолжаем играть в Fallout 4, продолжаем охоту на охотника, который нам нужен по сюжету. Продолжаем, так сказать, застревать в Пайпер. Да ёпт. Который нам не дает отступать, ничего не дает делать. Вот пусть сама и махается, вот, серьезно. Она, конечно, грузы таскает, но как напарник. Блин, Лидия умнее в 100-500 раз. Давай, вылазь. Вообще как-то очень странно. Из менюшки, как бы, вроде ты полностью захилился. А кажется, да, а в бою получается, что не полностью, и даже без, так сказать, доведения ХП до той границы, которая тебя ограничивает радиация. Надо было, блин, кстати, ядерку вот этому товарищу отдать, но я его не нашел. Ну, точнее, я его и не искал. Так и хочет туда запулить толстяка. Какого хрена? Я стоял за углом! Идите нахрен. Просто идите нахрен. Зачем здесь нужны другие виды оружия, когда 10 мм пистолет чуть ли не самое практичное? Для него патроны на каждом шагу. Прокачал он, в общем-то, не такой плохой. В общем и целом. Так, ну это обезвреженные мины. Взять их можно, но зачем? Вот гренки. Понял. Так, куда нам там надо? Я уже забыл. Hmm.
Знаете, просто мне в эту игру больше нравится играть от третьего лица, но вынужден я играть от первого. Блять, Пайпер, тварь! Я из-за него отбежать не смог. Я не знаю, кто из них Пайпер, мне насрать. Так, чё тут? У меня такое впечатление иногда, что искусственный интеллект у Пайпер хуже, чем у Яна из первого Fallout'а. Если кто в первый Fallout играл, вы знаете, о чем я говорю. Блять, вот этот сраный говновац новый. Потому что он именно говновац. Насколько же он бесполезен. Такое дерьмище, блять. Так, тут у нас что такое? Опять ничего, ничего, ничего. Засеемся. То есть вот эта вся кастомизация всего, ну вот, прокачали мы пистолет. Все остальное, в общем, не нужно. Единственное, что для этого пистолета иногда патроны кончают. Ну и толстяк для некоторых врагов нужен, конечно, да. А так... Большинство вот врагов людей, они вот так делаются. Какая еще девчонка? Так, куда нам... Куда нам надо идти-то? Я не очень не сосал. Так, здесь... Ну, здесь мы были... А, вот, вот. Совсем что-то я затупил. Тут он, по идее, более-менее виден. Ну, после Dead Money меня этим не испугаешь. Вот в Dead Money там, да, ох, там... Там творчески просто подошли к ловушкам, я считаю. Там вот просто... Столько ловушек я, наверное, нигде в Fallout'ах никогда не видел. Ни в этом, ни в каком еще. Слышь ты? Самый умный? Ковшик, аптека. Так,
lot of nifty toys in here. Так, какая-то турель? Где? Нет, где-то турель, очевидно, есть. Я ее не вижу. А, вот тут, собственно, что? Война! Слышь? Ёшкин. Ёшкин ты свет, чё у меня с мышью? Легкий терминал самый поганый терминал, на самом деле. Он нифига не легкий, учитывая специфическую методику взлома. Аларм. Так. Got it. Так, управление прожекторами. Активировать освещение, зачем? Прожектор уничтожен, допустим. Управление оптической ловушкой. Активировать. Турельки. Отключить. Хрена сбой. I kill you for free. Стрелок рядовой круче обычного стрелка. У них что, воинские звания наоборот? Понял. Ничего. Да ёпта, где? Не, заебало, что у них укрытие как-то по-кривому просчитывают. На самом деле, привычки третьего Fallout'а в четвертом вредят. Очень здорово. Например, я вот не могу привыкнуть, что ВАЦ бесполезный кусок говна. И пытаюсь его использовать. Но он здесь бесполезный кусок говна, использовать его на самом деле здесь не нужно. Если не хочешь сдохнуть, конечно. Давай быстрее. Sweet. Какие нужные вещи в бою. Верстаков не понимаю. Сейвимся. Я говорю, Пайпер, блин. Она только притворяется тупой. На самом деле у нее... И способности там покруче, чем призрака в доспехах, блядь. Невидимость, телепортация и так далее. Слышь, чё?
is all this? So, you found a minute for me yet? Что ты хочешь? Something up? Well, yeah, but it's nothing bad. Just what you said about Nat. I've been going over it again and again. Я напоминаю, что я между серием сказал про просто люби её, всё. What kind of life is she gonna have if I never go near her again? It's just sometimes it feels like the only things I've got in life are Nat and the paper. Having someone I can count on, someone like you, it's meant a lot to me. Not a lot of people want to hang around with the nosy reporter. Yeah, but you're my kind of nosy. You're the exception. I haven't exactly made a lot of friends in this career. I just wanted to write the things I thought were wrong. Да, ты, конечно, выбрал самое подходящее время, чтобы об этом со мной поговорить. Lousy infrastructure. There was a hole in the exterior wall that was patched over with a bookcase. One bookcase. That's it. I started the paper more as an act of desperation than anything else. Turned out I wasn't the only one who wanted things to change. After the first couple of editions, people may not have agreed with what I said, but everyone was listening. It sounds like things got better. For the city? Yeah. For me. When that first edition hit the stands, I felt like I'd finally done something. But afterwards, things... Собственно говоря, вот Пайпер рассказывает там как бы свою историю, правильно? Но история у нее немножко никакая, потому что, ну как бы, с самого начала понятно, что она журналист, который въедливый, ее за это никто не любит. Но, собственно говоря, она практически ничего нам нового после этого не сообщила. Да, ты, конечно, страшная. На морду, конечно, ты весьма страшна. Но чего тебя бояться? Ты просто неудобно с тобой в бою, конечно, да? I feel the same way. There's no one I'd rather have watching my back. And I'll be there for you, as long as you'll have me. Now, come on. Потому что что-то с... Ага. Приобрели способность волшебный язык. Окей. Да. Да. Вы достигли наивысшего уровня отношений с девушкой и приобрели способность волшебный язык. Да. Окей. Просто... По поводу флирта, как он все время это посвечивался оранжевым, а сейчас вообще красным. Поэтому что-то как-то у меня с этим делом не получается. Я не буду пытаться. То есть его отношения ухудшатся, вот мне хоть перк дали. Так. 10. Это нам куда-то надо наверх. Ща, погоди. А где здесь выход-то отсюда? Вот здесь только? Кто там? Я б кинул гранату, но поручень. Нажав поручень, ударится, наверное. Эх, ща походу махач будет. Давай быстрее. А чё у них так скрипт-то долго срабатывает?
все окей. Черт! Я надеялся, что Синт спрятался в кабинке. Куда ты бежишь, за несчастный? Так, Get over here. Так. You've been following. Ты где? А, он под службоем. Слышь ты! Лошок. Сложно. Security is too good. Их открыть. Я не знаю, почему здесь вот этот вот лодинг сделали. Получение доступа к замкам, открывание дверей. Давай, 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 давай. Так, включите. Get away from me. Знаешь, даже поговорить нельзя. А ты кто? Ты кто? My institute designation is K198. But I prefer Jenny. So yes, I'm a synth, if you hadn't already guessed. I knew they'd send a courser. I just didn't think he'd find me so fast. I think I would have lost him too. But then I was captured by these mercenaries. А при чем здесь эти наемники? Я ничего не понимаю. Видимо, ее поймали наемники, потом пришел Синт, чтобы ее... Блин, я думаю, ее можешь с собой как спутника взять. А к чему она здесь вообще... То есть просто показывают, за кем охотник бегал. Так что ли? Ну, допустим. Не, если бы это было как-то по-другому оформлено, это, может быть, было бы даже интересно, но оформлено это так, что это как-то не... Это тупо. Эй. Да мне на тебе насрать, вот честно. Чтоб Пайпер не одобрит.
Так, Пайпер держит пустячка. О, боевая бронь. Правда, это бронь для чего? Если для туловища, это еще надо проверить. Может, моя лучше. Так, толстяк. Одного держи. А, это для этого. Так, ну я боюсь, что это фульная бронька, да? Да, так что возьми все это дело. Очевидно, нам надо на лифт. Хотя давайте проверим, что здесь. Ну, в общем, как видите, все законопачено скриптами. А еще все законопачено багом сраным. Май гад, оба. Мне еще сейчас заново убивать, что ли? Да не. Иди нахрен. Нахерен! Нахерен иди! Так, это на улицу. Или куда? Загружайся. Закаляйся. Если хочешь быть здоров, загружайся. Чтобы не ставить новых дров. Ну, неплохой видос. Ну и все. Эй. Так. Отсюда интересно, можно fast trial делать? Провести анализ чипа. Ну чё, почапали? Добрососедство нам нужно. К этой Амати, или как её зовут? Уже. Так, во-первых, загоним сразу. Hey. Ну. Wait there. Okay. Так, толстяк. Второй толстяк сейчас сразу поведу. Hey. What can I do? Come on. Of course. Ever been to kill or be killed? Some fine looking weapons. Don't worry.
I only test the weapons on customers I don't like. Feel free to browse. I'll take a look, sure. Let's get you outfitted, killer. Так. Так, у меня порядка 1000 крышек. Ну, хорошо. You're blocking my light, man. Здорово. The glowing sea, Virgil. What happened? I found Virgil. He has a way inside the Institute. But I need a code from a courser chip. A courser chip? You fought a courser? Oh my god. Unfortunately, I can't help you. I've worked on a lot of synths, but never a courser. I don't know what that chip does, let alone how to decode it. But there are people who might. Oh, boy. I work with a group that, well, the only ones I know that even have a chance at cracking Institute security. They are called the Railroad. Ah! Так. The Railroad? Это железнодорожники, похоже. I don't know who they all are. Usually an agent of theirs just shows up with someone who needs new memories. One of them gave me a code phrase. Said it would help me find them if there was ever an emergency. Follow the Freedom Trail. Any idea what the code phrase means? I'm not sure. Это, по-моему, вот эта хренотель, который робот-экскурсовод там был, следует путем свободы. Найдем. Good luck. I'm sorry what I have is so cryptic, but hopefully you can figure things out as you go. Окей. Так, где тут выход? Это вообще никуда. Тыкс! Better keep your iron strapped on. Friendly advice. What, you dry? Надеюсь, брат устали, меня по сюжету не пошлют. Так, не понял. Найти подземку, провести анализ чипа охотника. То есть, серьезно, я их должен сам найти? Я должен слушать вот эту лекцию по истории американской революции обязательно, да? Вы серьезно? Так, секундочку. Боевая зона, домашние роботы Хестера. Так, инфо. Дорога к свободе.
over to... Это где? Ты издеваешься, что ли, надо мной? Где квест генеральный, ёпт? Слушайте, я вот эти ваши подсказочки, мне сейчас это не нужно. Я хочу пройти генеральный квест просто. И все. Так, подожди. Ну, допустим, сейчас выйдем из этого добрососедства. Допустим. Running from something? Welcome home. Что мне это совсем не нравится. Если я сейчас должен идти за каким-то... А они баганули там этот квест, потому что этого робота раньше взял. Надо посмотреть. Если честно, если я сейчас все это быстро не найду, я просто полезу в гайд. Искать это все в игре просто так, у меня нет ни малейшего желания на сегодняшний день. По нам стреляли, у меня воображение разыгралось. Надо, конечно, привыкнуть все-таки к тому, что здесь только, блядь, от первого лица можно нормально воевать. Не потому, что это сложно, потому что это пипец как неудобно. Thank you.
Где они? Я предлагаю следующую игру серии назвать Call of Fallout Nuclear Warfare. Наиболее адекватно будет отражать происходящее. Так, что нам надо тут? Прокачаться нам надо. Так, сборщик хлама. Давайте науку качнем. Так. Рядом с каким этим... Бостон Коммон был этот? Путь свободы, чё-то. Я не помню ни хрена. Так, засейвимся. Так, давайте посмотрим. Путь свободы, путь свободы. Какой путь свободы? Так, еще раз. На карте ничего нету. Не, вы знаете, я бы в другой ситуации приветствовал то, что мне не дают сразу, так сказать, идти под землю. То, что мне не дают координат сразу, и что я должен эксплорить мир. Но сейчас я что-то это никак не приветствую. Путь свободы, блин. Где этот путь свободы? По-моему, короче, где-то надо вот эти Boston Common сходить, да? Там найти надо робота и, может быть, пойти за ним. Сейчас меня наверняка тут будут атаковать всякие рейдеры, супермутанты и прочие дебилы, которых мы уже завалили за игру уже, наверное, под 1000. Что я могу сказать, ребят? Ждите мою рецензию на эту игру. Она будет содержательной. Я вам обещаю. Не знаю, может быть, я ее включу как бы в последнюю серию прохождения, может быть, выпилю отдельное видео, скорее даже отдельное видео. Потому что есть что сказать. Какой Михаил. Так, Михаил, коронное письмо. Так, предметы. Так, коронное письмо. Это Михаил. Ты знаешь, как я по тебе скучаю, но риск слишком велик. Пока ты в Diamond City, я хотя бы знаю, что ты в безопасности. Если тебя все-таки не отговорить, пожалуйста, береги себя, продвигайся по ночам, держись ближе к реке, ни за что не заходи в комнату. Так. Тут этот, лебедь с прудом. Вот он, по-моему, робот-то, вот он, робот.
Слышь, робот? Во-во-во-во-во, давай. Да блин, давай. Слышь? Tell me about the Freedom Trail. Starting here at Boston Common. Follow the red path as it winds its way through our great city's streets. Markers on the trail are placed at many famous historic sites. See Paul Revere's house, the old North Church, the old... Это все, конечно, очень замечательно, но ты мне давай это, как его... А ты можешь меня проводить? Я просто не знаю, где что расположено. Ну, то есть он меня даже не это... The Freedom Trail. А как бы... Может, тут какая-то дорожка есть специально? А, красная линия, наверное, да? Окей, понял. Ладно, это даже забавно, пойдем. Кстати, можно этого дебила на пруду вальнуть попробовать. Я думаю, мы его, правда, не вальнем. По одной простой причине. Скорее всего, одним толстяком его не завалишь. Давай попробуем. Нет, надо загрузиться. Мимо. Еще попасть надо в него. Хрена себе. Да. Чёрт. Не, вы знаете, а можно попробовать его забить. Просто... Не знаю, встретится ли нам супермутанты-бегемоты по сюжету. Тебе. Так, увеличение урона с каждой последующей атакой одной и той же цели. Кстати! О, интересная штука. Так, металлическая броня. Так. Яростный силовой кастет. Так. Урон 48. Скорость средняя. Давайте попробуем. Он как, быстро бьет? Давайте-ка его вместо этого ритуального клинка поставим. Да. Так. Ну что, неплохой трофей.
Тем более мы его на заставке видим. Но я думаю, это неплохой момент, чтобы серию завершить. Лебедя мы наконец-то завалили. Путь свободы мы, в принципе, нашли. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Дальше будет еще интереснее. С вами был Андрей. Всем пока.